Есть еще один. Как он бьется. Просто матерый. О! Что это такое? Что это такое? Ух ты! Глянь, что творит. Ай ты! Ай, да тише ты, блин! Привет, ребята! И мы приехали вновь на наше уловое место. Уловое? Уловое место. Как вы думаете, с кем я приехала? Ну, конечно же, Женечкой. Привет, ребят. С моим муженечком. Сейчас мы собираем с Настей. Женя немножко ознакомит вас с нашими снастями. С Настями. С Настями, с Настями, с Настями. Что, Жека, как мы будем ловить сегодня? Ну, короче, что, собираю два спиннинга. Тесты очень маленькие. Тут вообще тест 5.25. И, соответственно, второй спиннинг, это тот спиннинг, которым я ловил в прошлый раз. Это спиннинг Nibble с тестом 1,2-9 грамм. У нас сегодня прохладно, вчера прошел дождь, погода, как вы видите, слякотная. Я, как всегда, зимой и летом одним цветом, но не совсем одним. Сегодня я одела свой новый костюм, термобелье Граф, который мы приобрели на выставке. Глаз почесался. Вот, так что будем тестить мой новый костюм Граф, который мы взяли на выставке, про который мы вам рассказывали. Все, ребят, не будем болтать, погнали. В общем, мы с Жекой, как всегда, наша Чип и Дейл спешат к судакам на помощь, чтобы они не мучились в водоеме. Все, до включения на водоеме. Вода пришла? Да, ну ты, вот вы серьезно не помните, мы вот ходили. Ну вот, да, да. По камышам, потом, когда мы на следующий день приехали, мы ходили по песку, а сейчас опять идем по камышам. Ну давай, иди по камышам. Жека, вода пришла. Я же это другом говорю, не сиди. Ага. Так, Татьяна, ну ты что сегодня позвонила судакам? Будут они здесь? Они на лето. На лето? Да не, на самом деле скоро их здесь не будет. Ездим. У них самоизоляция. Самоизоляция, точно. Ездим очень часто, потому что скоро судак отсюда уйдет. Сейчас самцы судака здесь отъедаются перед тем, как встать на гнездо. Защищай гоняю здесь. Защищайте кринки. Да, защищайте кринки, все правильно. Поэтому, если там кто-то хочет написать комментарий, что мы с гнезд судака ловим, или перед нерестом, или еще что-то, то это не так. Здесь самцы отъедаются перед нерестом. Перед тем, как встать на гнезда. Давай начнем. Татьяна сказала, отсюда начинаем. Мы просто с разных мест тягаем. Где мой спинг? Приманочка у нас, как и в прошлый раз. Давай, рассказывай, что-то у нас по приманке. Ну что, это обычная же головочка у нас тут. Ага. Резина релакс американская, очень красивая, блестки разных цветов. Вот так. Сейчас будем ловить. Техас, по-моему, называется. Техас? Релакс Техас модель. Релакс Техас. Все, пошла жара. Жаришка. Братцы. Да, близко что-то ты кинул. Ну ладно. Сейчас раскидаешься. У нас техника. Аккуратно, проводки. Че? Было что ли что-то? Реально? Офигеть. Зацеп был, но вообще отбился. Бился зацеп, да? Ну ладно, попробуем. Это покороче спиннинг, он пожестче. Да ничего, нормально летит.
Слушай, у меня был удар. Это был не зацеп, а удар прям. Шел за ней судак. Два раза атаковал. Ах, гусятина прет где-то. Приехали, думали, сейчас будем сразу дубасить, а нифига. Ну, попробуем заменить приманочку. Я поставлю вот такого вот кислотное копыто. Какое он, четверочка, четырехдюймовая. А Татьяне сейчас поставим, наверное, вот такой вот зеленый твистерочек. Я думаю, тоже неплохой вариант. Так, оснастим все это дело по-прежнему двойниками. Зацепы есть, но как бы не смертельные. Вытаскивать можно. Так, где у нас двойнички наши? Опа. О, какой красавчик. Сам бы съел. Да, веса прям добавилось. Ну, блин, парусит, конечно, да. Вес нужно... Бурашку посильнее на эту приманку. Ах ты собака! Вот он был, блин! Я так тихо его прям под берегом хапнул. Стоит, засранец, стоит. Ну что такое, почему, блин, сошел? Велика приманочка, судачок был не крупный. Но видите, раздразнили мы его. Опа, есть, есть, хорош. Вот, блин, что значит поменял цвет. Ай, красавчик. Хороший, слушай, не мелкий. Ай, ты моя прелесть. Хлопнул, красавчик. Ах, расчепушился, блин. Да, долго мы тебя уговаривали. Ну что, Татьяна, такую приманочку тебе поставить? А, спиннинг сразу? Хозяин проводи. Давай. Че давай? Спиннинг, быстрее мне давай такой, а сию не подожди. Спиннинг, значит, забирает. Ну ладно. Да, один, второй все-таки. Ну, кстати, не такой крупный, кстати, да? Такой, грамм 800 под кило. В тот раз крупнее были. Но первую рыбу мы не отпускаем. Она всем остальным расскажет. Ну, держи. Держи моего. Уловистого. Да, темно, видишь, пасмурно, поэтому фиолетовое вот это не очень. Вот нужно яркое, кислотное что-то. Ух, хорош. Тяжелый. Да, это приманка такая, она вес дает. Так, так. Блин, а может вообще вот такую белую? Но это пятерка собака, очень крупная. Ну, либо вот такую можно попробовать поставить тоже, да? Или что, экспериментировать, если на тот клюет? В принципе, да, тот и поставим.
Опа. О, такого вот красавчика. Да, чуть с размером, наверное, все-таки для легких грузил и дальнего заброса надо было третье брать. Но ничего, век живи, век учись. В следующий раз будем заказывать третье. Она вообще так играет интересно. Я обратил внимание, что она не просто проводится, она как вот сбоку на бок еще как-то переваливается. Да, такая прочная резина, фиг проткнешь, блин. Плотненькая, плотненькая такая. Ну, наверное, хорошо это. Во. Ляпота получилась. Ляпота. Хотелось бы, конечно, немного сказать по катушкам. Там, значит, у меня стоит катушка с AliExpress, а здесь стоит... Где-то мы эту Касуми купили. А, ну, в Волгограде мы купили эту Касуми. Катушки, конечно, оставляют желать лучшего. Когда-нибудь разоримся мы и на катушке. О, а этим хорошо так летит. Еще скрипит она, собака. Наконец-таки что-то клюнуло. О, блин, а что это такое? А, щучка, ё-моё. Щучка, блин. Тань, я щучку поймал. Это та, которую ты в тот раз не вытащила. Шнурочек. Ай, да ты такой маленький. Позарилась, зубастая, клыкастая. О, какая маленькая. Ну ты ё-моё. Ну отдай нам приманку, я тебя отпущу. Стерва. О, давай. Зови судака уже, Таня уже расстроилась, да, Тань? Давай, позови судаков, мы поймаем по одному, по два и пойдем домой. Давай. Опа, пошла красавица. Опа, есть, есть, красавчик. Есть, прям вдалеке, блин, да слушай, ну хорош. Не, ну сейчас прям так тяжело идет. Что-то хорошее. Ой-ой, нет, только не запутайся. Ой-ой, ребята, не, глянь, Таня. А-ха-ха. Красавчик, блин, ну какие они сегодня трудовые, а? Просто ужас, какие трудовые. И, кстати, вот второй берет вдалеке, то есть не рядышком. Показываю, кого принес. Во. Вот такой, малыш. Почему малыш? Ну, небольшой. Ну, как небольшой? Жеке вот скоро 30 лет, поедет с пацанами судаков. Коптить. Ну да. Да, наверное, когда ролик выйдет, мне уже будет 30 лет. Тут осталась-то неделька, а у нас еще роликов в запасе. Мульон. Значит, Джека на свое 30-летие коптил судачков. Вот таких вот красавчиков. Тань, ну что, я свою норму поймал, теперь твоя очередь. Я тебе свою дам. Щедрая. Не благодари.
Не благодари, Евгений. Ну что, может, все-таки возьмешь спиннинг в руки? Нет. Нет? Ручки замерзли. Ветерок сегодня прохладно, на самом деле. Ну вот, а кто-то говорит, что цвет приманки не имеет значения. И игра приманки... Не, ну игра, наверное, имеет все-таки точно. А вот про цвет говорят то, что не всегда он имеет значение. Пасмурная сегодня погода, фиолетовый, темный цвет вообще не работал. С утра кидали, кидали. Сейчас перешли на кислотный, уже намного интереснее пошла рыбалочка. Исход был у меня один, и двух вот сейчас поймал, и щучка клюнула. Но, конечно, активность рыбы сегодня явно не как в прошлые разы. Да даже, наверное, не активность, а просто он отсюда начинает отходить. Потихонечку он скатывается к глубине, потому что и вода прогревается, там, наверное, мелкая рыба на глубину пошла тоже. И судак за ней пошел. О, есть! О, щука! Башкой бьет. Ха-ха-ха, я стою, значит, болтаю. Тань, смотри какая. Таня перешла у нас на фоторужье. Ой, шнурочек, блин, второй такой же. Так, да, это другая уже. Ну как хапнула, глянь, жадно. Да, я запомнил. Она себе немного ноздрю разорвала. Оба. Так, ну мы что, тупо просили судака, и она нам сразу дала судачка. Так что давайте эту тоже будем просить. Давай, судачка нам. О, куда ты? В ногу мне врезалась. Вон на берег пошла. Гляньте, она прям вообще просто попутала. Чё с ней? Давай, приходи в себя. Встала под ногу мне, гляньте. Стоит. Ну ничего, сейчас она очухается. Блин, главное, она сильно-то не повреждена была. Ну все, пошла, пошла, вон, на глубину пошла, все. Очухалась. Сейчас по Чайковскому перекусим, парочку судаков поймали. Татьяна мерзнет, в машине сидит. Замерз, Цуцик? Замерз. Покажи вот мои. Покажи, покажи руки. Красненькие, да, красненькие. Поэтому замерз. Да. Ага, понятно. Так, ладно, что ты тут нам наготовила, рассказывай. О, колбаса и сыр, отлично. Сейчас перекусим, и судаки пойдут крупнее, да, Татьяна? Всем приятного аппетита! Ну что, перекусили. Сейчас придет Татьяна. Возможно, даже сказала, половит. Ну, ловись, рыбка, большая и маленькая. Образовалась тут петля на плетеночке, ребят. Наматываю. Таня попросила оттащить плетенку. Вот тащу. Бежит. Судачиха. Ой, кадр. Так. Наше государство курит, будут есть новосибирские рыбки.
Татьяна заскучала. Радио слушает. А мы продолжаем дубасить. Есть еще один. Как он бьется. Просто матерый. О! Не, ну, как хотите, но это матерый. Это матерый. Красавица. Ах, какой красавчик. Тань, ну это уже тот размер? Это уже наш, да, пацан. Наш, видишь, он светленький. Веселенький. Крупненький, хороший, да? Хороший. Одобряешь? Да, мощный тигр. Видишь, мы пожрали и рыба вышла есть. Ну точно, это она видела нас здесь голодных. Скажет, сразу сожрут. Ай, красавчик. Красавчик, просто, блин, классный. Классный судачара. О, не, это зацеп был. Это был зацеп. Что это такое? Ух ты! Ё-моё, подбагрил! Ха, хороший судачок! Ё-моё! А я думаю, чё он так в сторону-то пошёл? Да хорош тебе! Глянь, что творит! Ай ты! Ай-яй, да тише ты, блин! Хватит! Давай на берег, родной! О, как дельфин! Ну хватит тебе! Глянь, что, а, подбагрился. Стоял он, видать. Стоит, вообще не хочет клевать. Уже и Татьяна ушла. Во, какой красавчик. Поперек, блин. Поперек взялся. Глянь, что, а. А я еще думаю, куда у меня пошла приманка. Красавец. Ай, тише. Хорош. А то тоже хорошего понемножку. И меру надо знать. Свое поймали. Вот такие вот красавчики сегодня клевали у нас. Сейчас услышим Танино мнение по поводу сегодняшней рыбалки. Ну что, ребятушки, все, мы свою норму судака выловили. Верню Женю мою выловил. Я на себя его грехи взяла. Вот, а теперь мы поехали домой. Погода плохая, костюм не подвел меня, мое термобелье меня не подвело, спиннинг не сломался, приманки сработали. А значит, день прошел на ура! До новых встреч! Пока-пока! И не забывайте подписаться на канал. Давайте, ребят, пока-пока.